Питер Дракер, известный эксперт в области лидерства и менеджмента, написал десятки книг, использовал метафору, которая мне очень помогает понять, что происходит. Он говорил так. Каждый год лидеру надо метафорически и насказательно влезть на дерево, которое находится рядом со станом его народа, и посмотреть в сторону обетованной земли и задать Богу вопрос. Какой следующий пригорок, какая следующая гора, на которую нам нужно войти на пути к этой самой обетованной земле? И вот каждый год я тоже пытаюсь влезть на дерево и заглянуть в будущее, чтобы увидеть, где там реки, и как через них перейти, и где можно отдохнуть и мне лично, и моей семье, и всей нашей церкви. Мне хочется понять, где могут быть волки, чтобы не попасть к волкам. Мне нужно найти также родники и колодцы, чтобы знать, где можно набрать воды. Мне хочется увидеть следующую гору, для того, чтобы пройти ее на пути к обетованной земле. И дальше я прошу других лидеров, других ключевых лидеров нашего служения влезть на дерево и убедиться, то ли они видят, что я вижу. Может быть, я не прав, может быть, я ошибаюсь. Потом мы беседуем с ними и смотрим, согласны мы или нет. Понимаем ли мы, каковы Божьи цели для нашего служения? Мы с женой этим тоже занимаемся. Мы этим занимаемся с детьми нашими. Мы беседуем с ними о том, к чему нас ведет Бог. Потому что без видения без понимания того, какие у Бога цели для нас в будущем, нас ждет гибель. В церкви бывает два разных видения. Во-первых, ключевое видение. Это как горная цепочка, общее направление, в котором мы идем. Это цель нашей церкви, цель нашей общины. Почему мы существуем, зачем мы существуем, например. Наша организация, наше служение существует для того, чтобы умножать здоровые церкви среди всех народов и таким образом прославлять Бога. У нас совершенно конкретное видение. У нас четкое заявление, четкая формулировка этого видения. Мы приняли также ключевые ценности, которые ведут нас, которые помогают нам сфокусироваться. Мы понимаем, как измерять этот путь, правильно ли мы идем. У нас есть подотчетность. И вот это ключевое видение. Но есть также ближайшее непосредственное видение. Это направление, это ближайшая гора, которую нужно преодолеть для того, чтобы исполнить наше ключевое основное видение. И вот всякий лидер, всякий руководитель должен понимать, какая это гора, какой это пригорок. Есть люди, которым сложно бывает влезает на деревья, и есть лидеры, которым сложно бывает забираться на деревья. Такие люди предпочитают найти одно большое дерево и всех лидеров на это дерево вместе посадить. Вместе сразу. Они собираются вместе, у них пикник, у них выезд, у них какое-то мероприятие, на котором они смотрят и беседуют и обсуждают то, что они видят. Это тоже приемлемо. Все это зависит от того, какой у вас стиль лидерства. Но таким образом мы можем понять Божьи цели. И я считаю, что Бог дает видение всякому человеку, который ведет других. Но Бог не только одному человеку видение дает, но и подтверждает его, подтверждает это видение через других людей. Нам нужно вместе согласиться, нам нужно вместе понять, какова следующая гора, куда мы идем. Я не могу ничего сделать без согласия жены. Я не могу сменить направление без согласия жены, без согласия моей семьи. Нам надо сесть помолиться и поговорить. То есть не то, что лидер приходит и говорит, вот у меня крутое видение, все следуйте за мной. Нет. Лидерская команда сидит и вместе пытается понять, к чему ведет нас Бог. Потому что Бог хочет вести нас тропами праведности ради имени своего. Итак, видение — это, по большому счету, возможность увидеть Божьи цели. И видение подтверждает вся лидерская команда, потому что для любой мечты нужна команда, для любой команды нужен лидер. Итак, мы работаем вместе. И еще одно наблюдение. Все-таки Ясно сформулированное видение исходит из сердца лидера. Невозможно собрать команду и сказать ⁇ Вместе сформулируйте видение ⁇ Невозможно кому-то поручить формулировку видения. Невозможно двум лидерам вместе сформулировать видение. Конечно, для каждого видения нужна команда, но всегда должен быть лидер. И лидер должен быть человеком, который имеет это видение и способен заразить других этим видением. Да, важно, чтобы лидер готов был идти на жертвы ради этого видения, но делать это важно вместе с командой, не как диктатор. Никто из нас не может понять Божью волю сам, но мы формулируем видение и потом получаем подтверждение или обратную связь от всей команды. И есть еще один аспект в церкви и в любой большой организации. Когда мы работаем вместе, работаем командой, должны быть подгонка и настройка. Подгонка — это как в машине, чтобы все части машины работали вместе, слаженно. Настройка — это как в симфоническом оркестре, чтобы у инструментов был один общий строй, и то и другое должно быть в церкви. Должна быть наладка на общее видение, на общую стратегию и настройка. Это общий строй. Потому что мы вместе идем в обетованную землю. Нужна наладка, все шестеренки, все детали должны работать вместе. И настройка, когда каждый из нас слышит всех остальных, когда мы взаимодействуем. То есть это не просто механическое лидерство, механическое руководство, но и эмоциональное. Когда мы вместе, когда мы в одном духе, когда мы вместе пользуемся Божьими дарами, когда мы вместе идем в обетованную землю. Так что видение — это возможность заглянуть в Божьи цели. Видение должно быть запечатлено в сердце у лидера. И другие лидеры, другие члены руководящей команды согласны с этим лидером. Должна быть отладка и отстройка, налаженность и настроенность. И уж совсем наконец. Самое сложное — это даже не сформулировать видение, а реализовать его. Я знаю людей, которые любят говорить о видении, они представляют, куда им идти, но как им это делать, они не знают. Поэтому они просто Кидают в воздух красивые мысли, а никакого движения к обетованной земле так и нет. Про такого человека говорят, что он просто мечтатель, прожектер. У него именно прожекты, он не знает, как их реализовать. В Священном Писании мы узнаем, что есть два важных дара, которые существенны для того, чтобы реализовать видение. Один из них ⁇ это дар руководства. И второй ⁇ дар распорядительства. Дар, если хотите, администрации. Что и как устраивать. Даже латинское слово ⁇ руководить ⁇ происходит от слова ⁇ вести ⁇ По-русски тоже ⁇ вести своей рукой. Руководить. Сам Моисей вел Божий народ. Вел в его движении вперед. И, если мы говорим о Моисее как о лидере, то администратор — это, пожалуй, Иосиф. То есть администратор — это человек, который понимает, что да, нужны лидеры, но нужны также люди, которые буквально вот руки свои запустят во все, во все детали, во все подробности и руками своими все эти мелочи, или вроде бы мелочи, сложат, составят вместе. Потому что лидер зачастую понимает общую картину. А вот в мелочах он теряется. Администратор, распорядитель знает, как распорядиться всеми этими мелочами. В случае с Иосифом. Фараон — это лидер, администратор — Иосиф — Моисей, блестящий пример лидера, который ведет Божий народ в обетованную землю. Я приведу пример одного методистского пастора из Филадельфии. Он говорит, я человек идеи. У меня есть вдохновение, потом я формулирую идею, пытаюсь превратить эту идею в служение. Но в последнее время я заметил, что воплощать идею в служение не получается. Я сначала не понимал почему, а потом понял. Он говорит, дело в том, что недавно умер человек, который был у нас администратором. А до этого этот человек был профсоюзным деятелем. И я понял, что всегда рядом со мной находился вот этот администратор. И когда возникали великие идеи, когда он как лидер излагал эти самые идеи. Вот этот бывший профсоюзный работник, этот администратор знал, как воплощать эти идеи, как привлечь необходимых людей, как сформулировать план действий, как все эти кусочки, все эти фрагменты собрать вместе, для того, чтобы идею реализовать. Пастор сначала не понимал, насколько важен этот администратор но потом понял. И он говорит, я понял, что за последний год, после того, как он умер, после того, как этот человек умер, мы ни одной идеи так и не реализовали. Да, идеи важны, но важна также и реализация. И каждый лидер должен, конечно, быть и менеджером, менеджер в какой-то степени, в любом случае лидер, это взаимодополняющие дары. Вы помните, что у фараона был сон, ему приснился сон. И он рассказал этот сон Иосифу, и Иосиф истолковал этот сон, и сформулировал стратегию того, что делать, как преодолеть эту засуху, которая грядет. И он организовал весь этот процесс и вел этот процесс под руководством фараона. Вот вам великий пример видения и его реализации. Приглашаем вас принять участие в глобальном проекте по распространению Евангелия и расширению библейского образования. От нас зависит, будет ли христианское образование доступным. Поддержите наш проект молитвой и финансами. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте tvseminarii.com. Ищите нас в поисковых системах по запросу ТВ Семинарии.